Привет, ребята. Из-за того, что я родился в холодной комнате зимой, мертвым, моя система подвижности ограничена была. И покорная мать, да помилует Бог всех мертвых, вела меня в тренажерный, физический тренажерный зал, с помощью которого я смог через несколько лет нормально ходить. А это означает, с годика до трех меня вели в тренажерный зал. Вот так. Удачи вам. Если будет возможность, лайк или дизлайк, разницы нету. Но какую-то реакцию, пожалуйста, оставьте.